Всем привет, ребятки, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out. Это реакция на сериал 5.32. И хотел бы я начать с предыстории. Этот сериал, ну эту серию, я посмотрел еще в субботу вместе с Окей и Умиром. Вот. И оставил все на флешке. Что-то неладное почувствовали, да? Короче, в чем замут? Если вы смотрели реакцию на Саке, видели, наверное, то, что у меня там под конец отключилась запись, просто перестала писать камера. Все из-за того, что у меня такая косячная флешка была. Вот. Вот эта вот херня, которую я выкину. Она перестала писать. От чего? Ну, потому что она, я не знаю, не оригинал, китайская какая-то подделка флешки. У меня уже такое бывало при съемке видео, ну, когда на заказы ездил. Просто в один момент как-то мне нужна была срочно флешка, и первая попавшаяся я купил, как бы она меня тогда спасла. Вот. И так получилось, что... У меня были кое-какие манипуляции, в общем, с флешкой, которую я, вот, которая у меня сейчас пишет. И я их менял, в общем, и оставил в GoPro-шке и забыл. И нажал на запись уже, и снимал реакции, и потом вообще как-то не обратил, что ли, внимания на это. То есть так и оставил ее. Посмотрел Умир, две серии, все было нормально. Вот, и... Мир и еще клип Скриптонита и песню Мияги тоже. Все записала. Но я что-то как-то не придал этому значения и включил 5.32. Снимать на видео. Она показывала, что снимает, но в один момент, опять же, камера отключилась. И я это все заметил где-то там спустя 10 минут. И заново поставил на запись, опять же, на эту флешку. И слава богу, она записала это все. Но вот эти первые 10 минут, хоть и есть у меня файл, но он не открывается вообще никакой программой. И видоса, там и приветствия, мои мысли в начале, и вот все, что было до, этого нету. Поэтому вы будете смотреть просто, ну, серию без меня. Это... это вообще полбеды. Еще косяк в том, то что я вот писал себя на микрофон. И... я вот уже даже не помню. У меня настолько память плохая. Я не помню. По-моему, я сохранил этот файл. И, по-моему, я его скинул на флешку, чтобы есть что на работе все это дело смонтировать, потому что там за 5 минут у меня реакции сохраняются. Но эту флешку я форматировал, потому что мне нужно было по работе скинуть туда файлы, и я думал, то, что я на работе все скинул. Возможно, все так произошло. Может быть, я просто вообще не сохранил запись звука. Короче, дело в том, то, что реакция у меня без качественного звука. И там, ну, я постараюсь как-нибудь в программе выровнять шум, ну, то есть этот, громкости добавить и так далее. Но ничего не обещаю. Короче, я косяк жесткий. Мне вообще дико неудобно, очень неприятно, стрёмно. Я прошу вас прощения. Я надеюсь, что такого больше не повторится. Вот. Ну, а сейчас приятного просмотра. Я думаю, вам понравится. Алло, дежурная часть милиции Заводского района. Чем могу помочь? Подождите мне, пожалуйста. Он меня убьет. Приезжайте к Комсомольской, 35. Кроме письма Сержевым. Алло, извините, вас плохо слышно. Мой сын меня убьет. Кроме Терингерек Малан. Остановите его, пожалуйста!
махаббаттың құдірет күші әлдилер екі жақтың табыстырған жүрегін жастық жауын асылдарына мағынен бақыт сыйлап ұсынықты гүлдерін поезд түнде тәтті күнде тәтті күнде ташыбайлар шат көлімде шат көлімде ән салайық би билейік би билейік жарықтасың шат. Болашаққа өмірге тіпті бүгін ортамызға отауы қуаныш пен шаттық орнап көмірге тойламаққа келдік бүгін көп қауы той үстінде тәтті күнде тәтті күнде жас шыбайлар шат күлімдер шат күлімдер ән салайық би билейік би билейік жарықтатын шаттығынды шаттығынды. И, сука, ты что творишь, сука? А? Ты что, хочешь, что все провоняло? Иди, сука, закопывай. Я не буду.
Yanlı özün geçire görürsün anne. Ölüp bitmezdiğin kınaların verdi özün geçir Allah. Allah balamının kınakar balamının kınalarının garı geçire görürsün sana niye geçir Allah. Все-таки признаешься? Это же ты убил этих студенток. Я же тебе говорю, я их не знаю. Че, мне поклясться, что это не я? Не моя эта девочка. И руки я не связываю. Опять об этом Манике Парадиса думаешь, да? Да, бля, пиздец напрягает. Как мы раньше не допёрли, что есть подражатели. Столько людей надо спасти. Да не парься, братан. Мы его поймаем по-любому. И все маньяки ошибаются. Что за косяк у меня? Эй, бля, шалта. А вы что, мужчина, есть их среди сикши? Всем твоим боем? Эй, вас гаю, бля. Зика, ладно. Бери. Давай, билет, билет, пусть еще мой, билет, билет. Вот, вот, вот. Все, все. Там. Блядь, 15-й эпизод, одна и та же картина. Следы борьбы и лужа крови. Блядь, Бастах нас раком поставит. За что раком поставит? Действительно. У нас ни тел, ни свидетелей. Убийца, знающий гнида. Понимает, что тело нам о многом может рассказать. А вдруг это наш подражатель работал? Да ладно. Слишком много крови. Бля, в натуре. Юки, ухосыл ваб, туголь, халан, хрыпши, гумы, ну, в натуре меня чё здесь. Бля, ни одной зацепки, а? А чё делать? Ты что не ешь? Я уже поела.
Сильно. Ищешь ты. Ничего. Сынок. Лучше больница, чем тюрьма. Может, сдашься? Какая сука! Еще раз мне про это скажи, я тебя убью. Ты поняла меня? Остановись, хватит! Хватит! Ребята! Можно минуточку внимания? Можно? Мен шалхарга подарками берейн. Так, вы все знаете, да, что наш шалхар очень мелочный. В смысле? Ну, в каком плане мелочный? В хорошем смысле. Ходит со своим бичевским блокнотом, там все записывает. Короче, шалхар, мне сара нормальный блокнот подарите тебе. Из крокодиловой кожи, братан! Да ну нафиг! Между прочим, я Минана Югославия заказ берем синщины, вы! Эй! Береги постарого своего! Прими, братан, от всей души. Я шапку заполнила. Что еще писать? Пишите. Я такая-то, такая-то. Прошу принять меры в отношении моего соседа, который в сильном алкогольном опьянении избил моего мужа и угрожал мне. Он же угрожал вам? Да. Ну вот, пишите. Потом внизу дату и роспись. Сторонка, пожалуйста. Гражданка, вы по какому вопросу? Полчаса уже здесь сидите. Абай! Да или ничего спай, ты кандай срок. Чё? Рахмет. Сонмен, чё подарить тебе на свадьбу? Да нет, ничего не надо. Это было до... Ну да, сказ было не почти. До свадьбы. У подражателя есть свой стиль. Он связывает руки и ноги сзади. Блин, три разных времени показывают сейчас в сериале. Останови, пожалуйста, руку здесь. Помыться хочу. Хорошо. Братишка.
итоге как вы его поймали? Я его не поймал. В смысле? Он еще на свободе? Я его освободил. Не понял. Ничего. Когда-нибудь поймешь. А в таком речь? Пожалуйста. У меня такой вопрос возник. Можно спросить? Я про подражателя. Вы его видели? Нет. Значит, о том говорили. Любящий силуэт за спиной. Вы реально уверены, что ваше дело как-то связано с нашим? А если честно, сомневаюсь, что их убил какой-то старик. Фотографии внимательно посмотри. Ну? Сейчас я рассмотрю. Обрати внимание. Ран много, но все они не глубокие. Следовательно, это либо ребенок, либо пожилой человек. В нашем случае, скорее всего, это подражатель. Я думаю, скажу. Понимаешь, керек жоқ. Керек емес. Көші балама ақылың бар еді ғой. Көші лекші балама ақылың бар еді ғой. Көші Не надо, не надо, сынок. Сынок, не надо, жаным, берег меня. Не надо, не надо, не надо. Ну что, давай? Давай. Спасибо. Ну, ну, за телефон. Казбара, Казбара. Это же так. Казбара. Аке, шашаманыз. Казге барамыз, жақсы ма? Алло. Алло, Роман. Да, Мара. Извините, что отвлекаю. Пашенгельсен тоже? Да нет, я еще на работе. Короче, я не знаю, что делать. Одна женщина звонила, говорит, ее сын маньяк и убил много людей. Че, вы шалтору говорите или все равно поехать проверить? Да не вариант, ты че? Он же в ключках. Сейчас сорвется со своей свадьбы, потом пиздец. Давай, Мара, вот так сделай. Ты лучше кого-нибудь зацепи и маланки льдыш. Бригевар, ты серп этому свет. Все, хорошо. Поезжай. Давай, что? Вот оно как. Thank you.
реплику. Мара, на всякий случай, отца дал сейчас. Есть. Скажи, ты так что? Только аккуратнее, ребят. Лучше давай сдавайся. Пока ничего не настроил. Тихо. Ты что, сильно умер, валял, давай, ё-моё. Тихо. Уже на твоей. Ты что, сука? Ёб твою мать! Разгерберг! Слова, я думал, держись! Я сейчас вас расхоплю! Держись, брат! Держись!
Давай сделаем так. Он был убит при задержании. Понял? Оказал активное сопротивление. Убил двух сотрудников милиции. И ты был вынужден его застрелить. Если прокурорские будут допытываться, скажешь именно так. Шалхар тут не в теме. Да, да, понял. Составь подробный рапорт. Я подпишу. Я вот знал же, ну догадывался же, что так произойдет. Зачем? Как тяжело все-таки, а и как пробивает на чувства. И как все-таки, ну, реально прям привык к этим персонажам, как их полюбил. Ой, кошмар какой. Че я такой впечатлительный? Тяжело даже говорить просто. Вот сейчас я сдерживаюсь. Блин, знал ведь, а. Еще обидно то, что... Это не тот сделал, это другой вот, ну какой-то больной придурок, который уже нескольких прикончил. И мама это, блин, ненавижу ее. Ну любит она, конечно, сына. Ну ты молодец, но он у тебя несколько человек уже, сколько, несколько уже, миллион человек убил. Запугал он ее тоже, конечно. Бедная. И она, конечно, ее жалко. Что сын такой больной придурок. Вообще нифига не весело. Свадьбы не веселятся. Почему вот он не сказал уже Карла? Ну понятно, понятно все. Кошмар. Очень круто. Так. До сих пор, короче, Шалхар гадает,
кто же этот подражатель. Классно то, что нам показали сцены с допросом. С предыдущими маньяками. Ну, это уже для тех, кто не догадался, то, что есть жертвы, к которым мы Ники не причастны вообще никак. Вот. Вроде бы свадьба, да, показывается. И, ну, надо как-то повеселиться, ну, порадоваться за Шалкара. Но изначально уже было просто понятно, что что-то произойдет. Вот что-то мне подсказывало, что вот именно в этой серии мы кого-то потеряем. И мне кажется, даже мне не так было бы грустно, обидно, если бы он потерял свою невесту, что ее как-то убили бы. Потому что, ну, мы ее не так часто видели, и не так полюбился этот персонаж. Этот псих, конечно, вообще конкретно напрягал, и очень я вообще боялся за маму, и очень печально, что все-таки ее тоже он убил. Я, ну, очень я надеялся, то, что она хотя бы останется жива. Капец, он быстро все сделал. Ее оттащил, и в дом забежал, и лег там, пока они пробирались. Все очень быстро произошло. Что делать, коррупционер? В смысле коррупционер? Отпустил он его. И его можно понять в конце, то, что он сделал выстрелы. Вообще, ей правильно сделали то, что его прикрыли. Единственное, только неосторожны были они, когда зашли в этот дом. Блин, жаль, вообще очень жаль. И не показали. Слава богу, что нам не показали. Нет, он хотя, конечно, там была кровь. Но как то, что ему именно перерезали глотку, не показали. Вообще кошмар. И вот этот тип, он капец как похож на того старика в молодости. Изначально мне так и показалось, что это он, но повадки другие. И, возможно, тот подражатель и копировал его как-то по стилю. Я не читал комментариев в прошлой серии, чтобы не словить спойлер. Вот. Я надеюсь, там никто ничего не писал. Сейчас проверю. Если кто-то написал, заблокирую. Как вам серия? Что скажете? Что будет дальше? Пишите в комментариях. Нет, не пишите, что будет дальше. Предположение можно писать. Прошу прощения за косяк с камерой. Походу флешку я не ту вставил. Она что-то мозги канифолит. На этом все. До скорой встречи.
check it out.